Темнич, добрый день. Мы сегодня приехали специально. В прошлом году был поднят вопрос, почему вместе с Согой собираете, поэтому отдельно приехали к вам. Біз көлемін есептей, несия деген жерге. Футболдың площадка сыйса, футболдың площадка сап керек. Егер кішкентай жері болса, онда балалар ойнайтын алты бақан турник сияқты сап керек. Дәрі ме? Обязательно займитесь, кім? Руслан. Мен екі сондай болған зал жоқ. Қыста балалардың бәрі бос жүр. Бәрі талпит деп магазин алдында жүреді. Қандай ұсыныс бар? Енді мектеп керек дейсіз ба? Қанша бала бар сәлем жерде? 250 бала бар. Бізде қазір мектеп салынса, Патхоз, Гавен, Бабкинан, бәрі демеймін, 100% осы жаққа келіп қой. Давайте мектеп құрылысын, жоспарда, біз биыл неде бастаймыз, Бабкина милицияда. Шеткер ауданының тұрғындары сұрап жатыр, Каспий банктің банкоматын қойып бересіздер ме деп. Рахмет, Әсем, тогда мы запрос отправим, и импульс отправить, и мы отправим, и жители отправят. Хорошо, спасибо. Потом по поводу вот формата нашей встречи. Вот видите, вот сейчас как оперативно. Позвоните в банк, свяжите меня с этим, вот скажите это. Но про школу, про поликлинику это уже вот сказали наш житель. По поводу ремонта дороги. Вот жители тоже просят включить вот этот участок от Свободы конечная и до перекрестка, до свертка на арматурный завод. Ход и переход к Нуржанской переда. И ремонт, главный улица Свободы же самое. Большая улица Свободы. Машиностроительная. Машиностроительная, можем отдельно смотреть. Дружан, я ему с ремонт тоже включу. Обязательно будем информировать о проделанной работе. Спасибо всем. Рахмет.